Добро пожаловать на наш канал 3D Master Max. Рядом со мной сидит наш 3D Master Максим. Привет, ребята. А я его папа. Мы хотим делиться с вами миром трехмерной печати. Мы только начали изучать эту увлекательную технологию 3D печати, но наша цель — стать настоящими мастерами в этой области. На нашем канале мы планируем создавать 3D объекты и печатать их на нашем 3D принтере. Мы будем делиться с вами нашими успехами и неудачами, расскажем какие-то секреты и будем давать полезные советы. Если вам интересна трехмерная печать, так же, как и нам, и вы хотите узнать больше о том, как создавать какие-то красивые и полезные вещи, то вы нашли правильный канал. Подписывайтесь на нас. Макс, расскажи, как ты узнал о 3D принтере? Я его увидел в школе и очень сильно захотел его домой купить. Ну и мы решили, что на день рождения купим Максу 3D принтер. Собственно, вот мы его и купили. А что бы ты хотел сегодня распечатать? Например, что-нибудь из Майнкрафта. А ты любишь играть в Майнкрафт? Да. Ну давай подумаем, а что бы ты оттуда хотел распечатать? Ну, например, Стива. А кто такой Стив? Главный персонаж из Майнкрафт. Ну хорошо. Ну давай поищем что-нибудь похожее, да, на Стива. Да. Сами мы пока делать не умеем, но есть замечательный сайт, на котором очень много бесплатных моделей. И можно будет, я думаю, что-нибудь найти там и распечатать. Такой хороший сайт называется ThinkiVerse. И на нем очень много полезных штучек. Полезных моделей, все правильно. Давай сейчас здесь напишем Стив Майнкрафт. Так, Стив Майнкрафт. Угу. И поищем что-нибудь. Да. Так. О, смотри, как много различных тут героев. Да. Так, давай еще на следующей страничке посмотрим. Да. Так, давай еще. О, как много. Я даже не думал, что так много может быть всяких персонажей из Майнкрафта. Я тоже так не думала. Так, а он только вот. Ты красивого пропустил. Вот, кстати, этого, да? Да. Вот этого. Ага. О! Да. Смотри, он состоит из 6 частей. Да. И они друг друга могут вставиться. Угу. С бесплатной лицензией. Хорошо. Ну я думаю, надо его скачать. Да. Так, ну давай. Ага. Так, вот сейчас мы это все дело скачаем с сайта. Да. И сохраним в папочку. Да. Так. Ага. Хорошо, все мы сохранили. Так. Теперь следующим этапом нам нужно это все запустить на печать. Да. У нас принтер очень интересный. Да. И расскажи, как им можно управлять? Им можно управлять через экраном и через приложение. И даже с сайта, да, можно управлять? Да. Вот. И мы сейчас все запустим через сайт. Да. То есть принтер наш, да, кстати, называется Creality, да, вот. Вот. Да, ты можешь перевстать. Вот. Вот, принтер называется Creality, модель называется Ender 5S1. Да. Вот, и у него есть возможность подключения к интернету, и, соответственно, можно им управлять различным образом. То есть можно запускать прямо какие-то файлы для печати с флешки, а можно запускать через приложение на телефоне или на планшете, либо через сайт.
Мы сейчас все делаем через сайт, чтобы этот процесс показать также на компьютере. Да? Да. Вот, ну что, тогда будем загружать нашу 3D-модель? Да. Так, ну, значит, дальше. Заходим на сайт. Тут есть сайт, называется Creality Cloud. Это сайт вот от этого же принтера, да, да, от производителя этого принтера. Который у меня скачан. Да, большое сообщество. Там. И там также есть много моделей, и можно отсюда же тоже запустить файл на печать. И там есть модели, да, за монетки. Да, там есть и платные, и бесплатные модели. Ну, сегодня мы вообще пользуемся другой моделью. Да. Вот, сейчас я подгружаю наш загруженный 3D объект. Делаю все подготовительные этапы для того, чтобы его можно было загрузить. Вот, обзываю его Steve Minecraft для 3D принтера нашего типа. Выбираю категорию, в которую нужно его загрузить, этот объект. Я думаю, что это будет, наверное, ну вот так будет правильно. Характеры, вымышленные характеры. Он у нас вымышленный персонаж, да? Да. Так, делаю... По секрету, Стив, он странный персонаж, потому что в аду ему очень хорошо. В аду ему очень хорошо? Да. Интересно. Почему? Так, я не знаю. Вот, мы добавили файл, нам добавили какую-то монетку. Так, и теперь нам нужно запустить это все, да. Ну, точнее, не запустить, а подготовить к печати. Давай мы кратко сделаем вступление. Угу. Для того, чтобы файл был напечатан, его нужно разделить на много слоев. Да. Потому что он у нас большой 3D-объект, да, чтобы каждый объект распечатать, его нужно разделить на несколько слоев. И есть различные специальные программы, они называются слайсеры. Да. Слайс – это разрезатель. Вот. И вот сейчас мы подготовим, чтобы наши объекты, да, были разрезаны на много частей, то есть чтобы по несколько слоев наш принтер мог это все дело печатать. Вот, собственно, сейчас мы вот этим и займемся. То есть в этом же сервисе можно подготовить наш объект уже непосредственно к печати, к нашему принтеру. Хорошо. Ну что, нам сейчас нужно подготовить наш файл для того, чтобы его напечатать. Наш 3D-объект. Так, это все у нас подгружается на виртуальную панель. И частенько надо все разместить. Да. Папа, можно я попробую один раз? Можно. Давай. Нет, давай. Я буду просто на вот этой нажимать, кликать. Да. Да. На желтую стрелочку. На эту? Да? Да, вот так. Прикольно. Угу. А ты сейчас дело записывается? Это сейчас дело записывается на компьютере специально, да? Специально, да. Какие мы глаза сделаем? Широкие или узкие? Сроки, я знаю, где вот эти. Вот эту возьмем, да? Да. То есть эту удалим? Да, вот эту вот удалим. Угу. Что это? Угу. Так. Кстати, мы будем печатать белого с белым пластиком. Как и на картинке там с белым пластиком. Да, да, мы будем белым пластиком печатать специальным, чтобы, если что, можно было его потом распечатать. Раскрасить. Да. Правильно? Да. Так. Хорошо. Ага. Ну вот так это все будет выглядеть. Мне кажется, нормально. Да. Теперь, значит, все выстраиваю.
Пришло время запускать печать? Да. Ну давай, теперь ты будешь командовать. Я... Давай, вот сюда, на войне есть принт. Так, выбираем наш принтер. Да, подтверждаем. Не, конфер. Мы подтверждаем, что у нас там все подготовлено. Давай посмотрим, что там на принтере еще. Потом что происходит? Не греется еще? Не греется еще. Ну, сейчас он скачивает все необходимые файлы. Потому что там все по нулю. Ну да, показано. Да, да. Сейчас он все подготовит. Да, минус вот этого решения через интернет, что такое ощущение, что все проходит через китайские серверы и потом возвращается к нам обратно. И получается не всегда быстро, как хотелось бы. Не знаю, почему ты сказал на китайские серверы. Ну, потому что принтер уже из Китая. И сервис, вот, через который мы печатаем, да, он тоже, по-моему, его база в Китае. Немного. Ну, немного, да. Ну, где-то половину процента, 50%. Это что у нас на 50%? Принтер китайский. Он на 100% китайский. Он полностью китайский. Ну, вот. О, наконец-то, смотри, увидел, все увидел наш сайт, и он теперь на принтере тоже видно, да, что там он уже начинает греться. Нагревка 15. Да. Вот, на сайте мы видим, что написано, что вот прогрев идет на печатающей головке и прогрев. Где прогрев с печатающей? А, вот. Вот написано, видишь? Вот это вот прогрев печатающей головки на 41%, прогрев стола печати на 48%. Вот. Запускается у нас уже кулиш. Да, то есть принтер готовится к тому, чтобы начать печать. Он после нагревает. Да. На коленке вот сяду. Да, так, между прочим, время печати запланировано целых 4 часа. То есть для того, чтобы напечатать нашего героя, да, нам нужно будет подождать 4 часа. Да. То есть, когда печать начнется, ну, мы будем просто наблюдать за процессом. Естественно, мы не будем сегодня делать видео, да, мы не будем показывать все 4 часа. В общем, скоро мы вам покажем результат. У нас пройдет 4 часа, у вас гораздо меньше времени. Потому что все там будет лечить. Да. Вот так. Вот, все, печать у нас запустилась. Покажем скоро, как это все идет.
учился, да, наш? Да, вот. Стив. Да. Вот так он выглядит на нашей вот этой панели, там называемом коврике. Вот теперь нам нужно аккуратно все снять и соединить, да? Да, вот у папы есть вот такая вот штучка. Ну, мы пока попробуем без нее. Панель, она гибкая. Можно сделать вот так. И потом легко отклеить. Вот так, да. Некоторые материалы легко отклеиваются, некоторые не очень. Этот вроде неплохо должен отклеиваться. Так, вот, голова. Вот тебе голова. Так, вот у нас что? Ноги, да? Это... Или руки? Это руки. А, вот это у нас руки. Угу. Так, это у нас наушники. Да. Сейчас, тихо-тихо-тихо, сейчас, чтобы не сломать. Угу. Так, и еще руки. И тело, да? Да. Ну, на вид все очень так интересно, да? Да. А если вот, вот походу вот эти вот. Да, попробуй все вставь. Так. Я знаю, как все вставлять. Ну-ка, давай. Получается или не очень? Тяжело. Давай, я помогу, можно? Это тяжело, столько недавно. Угу. Носки, наверное, походу, будут приклеиваться. Ну, заголовок склеить. Вот, смотри, ножка одна. Давай вторую. А ты потом вообще хочешь его раскрашивать как-то? Да. А как ты будешь, фломастером или что? Фломастером. Давай голову. Я все вставлю. Помогут? Ну, да, попробуй ты. Голова, походу, не сразу будет. О, молодец. Все, какой-то не помечен. Давай еще ручки. Ручки, ручки такие тяжелые, как носки. Так. А, можно полить, как сделать? Как? Блин. Привет. Ну да. Так, еще одну. Да. И наушники? Да, ну только с этого клея надо. Можно их просто, их же можно надеть, можно снять. Ну, пусть так будет. Вот так. О. Ну что, тебе нравится? Да, кайфую. Ребятам покажешь? Да. Показывай ребятам. Вот какой у меня получился. Можно будет вот наушники снять и на. И надеть наушники. Ну что, в одном из следующих видео, я думаю, каком-то небольшом, мы покажем, как Максим его раскрасил. Да? Да. Но на сегодня, я думаю, что мы заканчиваем наше видео. Да. Вот. Мы постараемся выложить все ссылки на те сайты, на которых мы были. Если что-то забудем. Тут произошел обрыв записи, и мы заметили это уже только на этапе монтажа. Поэтому окончание будет просто голосовое, без нас в кадре. Ребята, подписывайтесь на наш канал, мы будем стараться делиться с вами новыми записями. Надеемся, что вам будет это все так же интересно, как и нам. Оставляйте свои комментарии, мы постараемся ответить. Если у вас есть какие-то предложения по новым видео, также оставляйте эти предложения в комментариях. Ну и ставьте нам лайки. Канал 3D Master Max прощается с вами. До следующего видео. Всем пока!